Вот автобусная остановка пляжа Фигуэрейя, куда приходит автобус. И приходит автобус номер 723. Это автобус с открытым верхом. Здесь висит расписание этого автобуса. И мы видим, что автобус ходит каждые полчаса. Здесь находится кафешка. Вот туалеты. Стоянка, парковка, заезд для автобуса. Все что угодно для хорошего отдыха. Здесь припарковали своих железных коней любители мотоциклов. Так, что-то там девушки никак не могут определиться с туалетом, кому идти. Кафе, где можно посидеть, поесть, подождать автобуса, где-то на общественном транспорте. Вот такой вот пляж, большой-большой и красивый. Зонтиками, без зонтиков, и кто как хочет. Также здесь есть такой вот стенд, который дает информацию о купании и посещении этого пляжа, что здесь есть, что можно и что нельзя наверняка. Вот. Пляж очень большой, конечно же. Ну и, видимо, очень популярный среди местного населения, потому что людей здесь очень много. Также здесь есть такие вот стенды-плакаты, которые знакомят с природой. Здесь что надо соблюдать чистоту. Ну и здесь тоже о том, что мусор в океане — это очень-очень-очень плохо. Я совершенно согласна с этим. Пляж очень большой, полон народу. Несмотря на то, что сейчас 5 часов вечера уже, почти 5:30, количество народу не уменьшается, а наоборот прибавляется. Скорее всего, сюда народ приходит также и после работы, чтобы искупаться и отдохнуть после трудового дня. Плакатов просвещающих очень много. Вот. Здесь рассказывается о том, как выглядел этот пляж второй половине 20 века. Ну и как вообще, видимо, развивалось пляжное дело в течение последних уже 70 лет. Вот. И вот такие вот интересные плакаты здесь можно увидеть. Пляж расположен на территории парка-заповедника Арабида. Арабида. Угу. Скорее всего, так. И немножечко рассказывает также об этом заповеднике. Пляж расположен в очень удобном месте. Такая вот мелкая бухточка, что позволяет воде все-таки достаточно прогреваться, чтобы можно было купаться. Потому что вода в океане в июне все-таки холодная. И, скорее всего,
теплая, она станет только лишь в августе. Тогда будет купаться очень комфортно. Сейчас тоже хорошо, но не для всех комфортно. Вот такой вот этот пляж Фигуэрейя. Вот эта табличка говорит о том, что здесь даже есть зона Wi-Fi. И желающие могут тут же свои фотки, сделанные на пляже, послать через интернет своим знакомым. И другая табличка, кстати, очень полезная табличка, которая показывает, в какое время можно загорать, а в какое время загорать нельзя. То есть народ стараются просвещать. Двухэтажная кафешка. Я думаю, что вид со второго этажа очень классный. И автобус. Но автобус нам нужен 723, а это пришел 722. Даже не знаю. Нет, наверное, все-таки мы будем ждать 723-го автобуса. Ну вот, наконец-то подъезжает автобусик, который нас повезет обратно в город. Мы провели прекрасное время на этом пляже.